Есть один общий дом, который объединяет эту семью. И везде слово «семья», «семья». Мелодраматичная, грустная такая история. Но в ней есть такой свет. То, что это происходит, то, что у них отнимают эту душу, этот дом, все равно их сближает, как ни странно. Они все равно становятся еще ближе, они становятся еще сильнее. И это такая бесконечная история. Сотрудничал с компанией Cinema Production, и мне понравилась атмосфера, которая была на площадке вообще в этой компании. Попался в руки роман, который назывался «Последний идол». Мне показался крайне интересным для экранизации, и я с этой мыслью поделился вот как раз с этой компанией. Были конкурсы Госкино, которые и Фонд кино, которые мы выигрывали. Параллельно с этим я писал сценарий, и уже мы вот вышли на личную прямую к весне этого года, 14-го, с тем, чтобы начать съемочный процесс. Пенза возникла не случайно. Я попал в этот край лет 5 назад на Лермонтовские чтения и останавливался несколько раз в гостиничном комплексе «Октябрьский сад». Я обратил внимание на этот дом, в котором мы сейчас находимся. Замечательное место. Какой-то такой вот уединенный уголок, и этот сам дом стоит в нашей декорации в какой-то такой определенной ауре, то есть он огорожен от мира, такой вне времени, и это вот очень здорово.